Сегодня мы подготовили топ самых ожидаемых турецких сериалов. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Узы судьбы». В главных ролях Серкан Чаеглу, Айча Ашин Туран. Керем и Севда – двое молодых людей из совершенно разных миров, безумно влюбляются друг в друга. Однажды их пути пересеклись виноградники, и с тех пор узы судьбы навсегда связывают двух влюбленных невидимой нитью. Керем из очень богатой аристократической семьи. Вместе с Севдой он испытывает разные чувства. Тетя главного героя сыграет главную роль. Напишите в комментариях, заинтересовал ли вас этот сериал. В сериале «Сапфир» в главных ролях снялись Ильхан Шен, Азге Ягиз, Эркан Бекташ. В юном возрасте Яман полюбил прекрасную Фирай, девочку из богатой семьи. Изначально это были простые дружеские отношения, но с каждым годом Яман стал осознавать, что между ними существует нечто большее, чем просто дружба. Между близкими родственниками начинается самая настоящая война. Героям придется пройти немало сложных испытаний, чтобы быть вместе. В подтверждение своих серьезных намерений Яман дарит возлюбленной старинное кольцо сапфиром, передающееся в его рода через поколения при женитьбе. А сейчас бонус для знатоков турецких сериалов. Угадайте, пожалуйста, название сериала. Главный герой сериала – парень из турецкой семьи с достатком выше среднего – Ферит, которого всегда баловали родители. Фериту исполнилось 25, но его интересуют только тусовки, веселье, сомнительные компании и легкодоступные девушки. А вот его отец Халис Ага знает, как тяжело зарабатываются деньги. Он пытался дать сыну все, чтобы тот учился и тоже занялся бизнесом. Но у Ферита совсем другие ценности. Боясь, что сын пропадет, Халис Ага решает женить его. Мужчина уверен, что брак изменит сына в лучшую сторону. Девушку для сына он выбрал из простой семьи, но умную и образованную, врача по профессии. Ферит берет в жены Сейнаб только по той причине, чтобы родители отстали от него. Что выйдет из этих отношений? Если кто из зрителей не узнал, так это сериал «Зимородок». «Я не могу вписаться в этот мир» в главных ролях Актай Кайнарача, Эбру Аскан, Ишил Юджесой, Гюленай Калкан, Эрен Вурдем, Джезаир Тюрк из влиятельной обеспеченной семьи. Его брат, занимавший государственный пост, был убит. Целью жизни Джезаира стала месть за родного брата. Он ведет борьбу не только с окружающим его миром. Эта трагедия заставила главного героя пожертвовать очень многим. Он даже подстроил свою собственную смерть. Все считают Джезаира погибшим. Он прекрасно понимает, что не сможет вернуться домой. Несмотря на тоску, он отрекся от своей жены Лейлы и от родственников. Мужчина сразу принялся мстить, когда была малейшая возможность. Джезаир, находясь на военной операции за границей, получил ранение. Судьба его свела с врачом по имени Фируза. Однажды, зашифровавшись и скрыв свой облик, Джезаир вернулся на родину, преследуя свои цели. Ни Фируза и никто другой не знали об этих целях. Вернувшись в Стамбул, он увидел новый и непривычный мир для себя. В сериале «Тропики» в главных ролях снялись Сумие Айдаган, Джанер Тапчо. Сериал расскажет о непростом жизненном выборе. Гидже хочет посвятить себя музыке, поступить в университет, но планы нарушает сестра девушки, особенный ребенок, которому сложно находиться в социальной среде. Она очень замкнута, Гидже сложно находиться в Стамбуле, ее пугают толпы людей. Поэтому она нуждается в постоянном присмотре, опеке. Сестры оказываются в Фоче, маленьком провинциальном городке. Гидже записывается в клуб парусного спорта, в котором работает инструктор Азгюр. Придется с ним познакомиться, ведь у них общая беда. После пожара, в котором погибли родители парня, Асгюру приходится заботиться о брате Рюзгаре, страдающем от синдрома Асбергера. Молодой человек учит Гидже не откладывать важные дела на завтра или ближайшее будущее, показывает ей, какой интересной и насыщенной может быть жизнь. Сериал «Мачеха». Главный герой Фарук владеет бизнесом. Мужчина очень счастлив, так как его жизнь сложилась прекрасно. Он успешен, женат на любимой женщине Евсун, с которой воспитывает троих детей. Фарук никогда не заводил романов на стороне. Он очень любит свою жену. Их брак всегда ставили в пример окружающие. Фарук и представить не мог, что его жизнь изменится. Его любимая супруга Евсун погибает. Трагическое событие выбило почву из-под ног главного героя. Он не желает
помогает жить. Фаруку приходится побороть отчаяние, найти силы, чтобы воспитывать, заботиться о детях. Он начинает жить ради детей. Спустя время Фарук решает жениться, так как желает отгородить себя от надоедливых поклонниц и предоставить своим детям женскую теплоту и ласку, которой им так не хватало после смерти матери. Он женится на Сераб, которая была его помощницей. Брак фиктивный, но несмотря на это, девушка надеется, что когда-нибудь Фарук полюбит ее так же, как она его. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какой сериал заинтересовал вас больше всего. Нам это очень важно знать.